14-летняя Настя уже 11 лет живет в детском доме. Спокойная и добрая девочка любит помогать взрослым и своим друзьям. Раньше Настя долгое время проводила в библиотеке, да и сейчас любит читать книги. На конкурсе чтецов в Пушкинской библиотеке девочка заняла первое место. А помимо книг, любимые занятия Настеньки – танцевать и делать разные поделки своими руками. Люблю танцевать, рисовать, делать всякие поделки, гулять, ну и слушать музыку. Мне нравится делать цветы из гофрированной бумаги, и еще больше цветов мне нравится розы. Не знающая свою семью девчушка очень мечтает о том, что когда-то у нее появятся родные люди, и будет теплый дом полных любящих ее людей. Чтобы я когда выросла, у меня была очень хорошая семья, был муж и дети. Уже сейчас Настя задумалась над своей будущей профессией. Когда я выросла, я хочу стать ветеринаром, потому что я очень люблю животных и люблю биологию, потому что там изучаем животных и растения. Аккуратная и ответственная Настя хочет, чтобы у нее в доме обязательно были собаки и кошки. Куда же без любимых питомцев?